Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем проходить игрушечку Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что же, отправляемся в магазин и открываем бесплатную колоду. И смотрим, что нам здесь достается. Так, 70 сюрикенов и караечка ДНК нам выпала. В принципе, я не возражаю против этого. Так, задание. Смотрите, поднимите уровень персонажа. Так, сразиться в 10 боях. В общем, все это сейчас мы будем с вами делать. Но начнем, пожалуй, с серии испытаний. Ого. Давай, наверное, вот здесь вот, да? Так, выбираем основную нашу, ребят, команду. И вперед, как говорится, с песней. Сейчас мы их по-быстренькому распишем и пойдем опять по своим делам. Слушайте, я, наверное, сам попробую разрулить. Давай вот так вот сделаем. Для затравочки, так скажем, да? Теперь Рахзарчик. Ой, не пробил. Ну что ж, тогда сделаем мы с вами вертушечку от Леонардо. Да-да, именно вот так вот. И пиццелица, ребят, наверное, сейчас не упал. Ха-ха, Лео. Лео, как говорится, сделал вспомогательный удар и добил. Так, а здесь у нас кто? Рахзар. Я вижу нейтрализатор. Ну что ж, придется с ними быстренько как-то покончить. Я начну, пожалуй, с нейтрализатора. Отлично. Так, добьет, интересно. Я думаю, что Зек не сможет добить. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Давайте-ка сделаем, наверное, ребят, с вами провокацию, да, Рахзаром? Ага, он тоже сделал провокацию. Ну что ж, придется тебя тогда расписать, родной мой. О, с удара, Леонардо с удара вражеского Рахзара просто порвал. Слушайте, а мне понравилось. Ха-ха. Сейчас знаете, что я сделаю? Я сделаю ход конем. Я поставлю Ой-ой-ой-ой-ой, это нельзя допускать, ребята. Мне Рахзарчик-то нужен здесь. Я хотел, знаете, что сделать? Инициативу... Да елки-палки, только не падай, пожалуйста. Чтобы у меня... Ой, ну ладно, ребята, упал так упал. Просто знаете, что самое обидное? Что мне придется сейчас сбрасывать все это задание. Да-да. Без Зека, куда же я без нашего родного Зека? Никуда. Ну ладно, главное, что мы серию испытаний эту прошли. Сейчас, естественно, получим за это наш реворд. И все, в принципе, на этом и закончено. Ну, видать, на 3 звезды не получилось, ребят. Хорошо, давайте сделаем быстренько с вами сбросик. Так, это я собираю. Тут собираю и сброс. Вот так вот. Конечно, ничего хорошего мы там не получили, но тем не менее, ребят. Так, что у нас тут? Поднимите уровень персонажа. Ну, это попозже немножко. Давай-ка мы вначале сделаем с вами вот это вот. Сразиться в боях. То есть мы сейчас пойдем с вами искать, соответственно, ДНК. А ДНК мы сегодня будем искать, да-да-да, именно на Бакстера Стокмана. А почему? А потому что, ребята, у него осталось совсем немножечко, и тогда мы его сможем прапать. А разве не этого мы все хотим? Конечно же этого. Конечно же этого, ребят. Мы к этому всегда идем с вами, стремимся, понимаете? Так, ну что же. О, две ДНК, это уже неплохо. Что я могу сказать? Если еще сейчас две здесь ДНК мы получим, одна из них уже есть, то это будет вообще шик и блеск, поверьте мне. Воу, вторая. Слушай, а давай третью. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ай-яй-яй, не дали. Ну, ладно, ребят, я, в принципе, не огорчен. На это все нормально. И так все хорошо у нас. Не хватает буквально еще трех ДНК. Я думаю, что в следующей серии мы с вами это сделаем. Мы это добьем. Будет, как говорится, интересно посмотреть. Ну что ж, давайте тогда еще глянем, кого мы можем в ближайшее время с вами здесь... Смотрите, неплохо, в принципе, Крип идет. Так, давайте мы его, наверное, сейчас найдем. Наверное, я надеюсь, две... Ага, две. Может быть, даже и одну всего лишь ДНК нам дадут на него. Сейчас посмотрим. Ты посмотри, а... Ты посмотри, что они делают. Они не хотят мне давать, ребят, ДНК. Вот, одну только дали. Да, зажмотничали, зажмотничали. Ничего тут не скажешь, ребят. Ладушки, хорошо. Тогда давай смотреть, что еще у нас здесь есть в ближайшее время. Тут нет ничего. Так, можно, в принципе, Макмана поискать. Давайте поищем. Так, тут у нас, ага, есть. Одна ДНК уже найдена. Продолжаем поиски. Вторая, ну что, уже, в принципе, хорошо, ребят. Но если третью дадут, то нет, не дали. Если бы третью дали, было бы вообще замечательно. В общем, в ближайшее время у нас с вами вот Бакстер в следующей серии точно, я вам говорю, будет у нас уже сделан.
плюс ко всему у нас подходит Крип и Магмун. Они практически нога в ногу. Разница буквально тут на 9 очков. Ну что же, тогда задание, ребята, забираем реварды. Поднять уровень персонажа, но это проще простого. И это будет у нас Леонардо. Хотя я сомневаюсь, что хватит у нас для этого ДНК. Ну да, нужно еще 2000. Хорошо, мы тогда сделаем, знаете что? Давайте Рафаэлю. Или тоже не хватит? Хватает, все. Все, Рафику мы с вами подняли уровень, отлично. Ну, а теперь, наверное, самое интересное, ребята. Забираем ревард и отправляемся, конечно же, на лигу. Нам нужно с вами, опять же, рваться, как говорится, вперед, к вершинам. Так, а сколько у нас монет? Мы с вами не заработали достаточно монет, чтобы я смог, например, купить себе Шреддера. Посмотрим сейчас. Нужно соточку, да? А у меня 95, к сожалению, пока не могу, ребят. Вот этого Шреддера я собираюсь себе приобрести. Это у нас классика, если кто не знает. Нужно еще 5. Ну, опять же, это, наверное, уже будет в завтрашней серии. Точнее, в следующей. Потому что завтра я не уверен, будет ли серия. Ну что ж, тогда мы с вами отправляемся, естественно, ребят, сразу на секунду. На лигу отправимся. Но давайте вначале мы все-таки мутаген набьем. Вы знаете прекрасно, здесь, ребята, это длится секунды, минуты. Так что ничего страшного не будет, если вы немножечко посмотрите. Ну, а если кому-то не нравится, у вас есть, ребята, бегуночек, которого вы можете на 3 минутки передвинуть. Ничего от этого страшного не случится. Так, 300 мутагена я зарабатываю. Давайте следующий, поехали. Так, ну что, мутагеноид, придется тебя покарать. Да, и мы его покарали. Ладно, двигаемся, ребята, дальше. Это второй бой, еще всего лишь, ребята, 3 боя осталось. Всего лишь 3 боя, ничего страшного не будет. Абсолютно. 600 мутагена зато заработали с вами. Мутаген нам нужен, я бы с радостью, ребята, пропал бы всех своих персонажей до максимума. Будь у меня миллион на этого мутагена, но его, к сожалению, нету. Вы пишите мне, конечно, в комментах там, пропай того, пропай того. Как, ребята, как, если у меня его нету мутагена? Сколько могу, столько зарабатываю. От подписки я отказался от платной. Соответственно, мне сейчас в 2 раза сложнее все это копить. Вы понимаете, да? Я в последнее время отказался много где от платных подписок. Это даже от Assassin's Creed Восстание я тоже там отказался, ребята. В Черепашках отказался, в Hustle Castle я уже давно не вливаю денег. Все, как говорится, делаем своими силами. Также и в Tower Conquest я тоже не вкладываю деньги, ребята. Очень тяжело, да, жестко, долго, но зато честно и мучительно, как ни странно. Ну, я так понимаю, вам нравится, когда я прохожу весь в муках, в мучениях. У вас это немножко даже тешит. Так, ну что же, ребята, последний бой. Давайте мы это сделаем и пойдем уже на лигу. Вот мне интересно знать, знаете, что вот по этой игре. Разработчики вообще ей занимаются или они ее все забросили? Потому что я раньше помню, они как-то вносили сюда новых героев, новых персонажей. Сейчас уже, если не ошибаюсь, с год, наверное, никого нету. Никого не добавляет, ничего не меняет. Те же самые задания. Если кто в курсе, то, пожалуйста, напишите мне, мне будет интересно узнать. Так, ну что же, все, последний бой мы с вами, ребят, сыграли, поэтому сразу же бежим прямиком, прям сломя голову на лигу. Так, ага, лигочка-то наша. Ну давай посмотрим, где мы с вами. Мы с вами на лиге самураев 1 звезда. В принципе, ничего страшного в этом нету, это ожидаемо. Мы в прошлой серии дошли до 2 звезд, ну, как вы знаете, нас скинули. И мы опять начинаем этот наш тернистый путь с самых, так сказать, низов. Значит, смотрим. 36 уровни у нас здесь на подходе. И мы с вами начнем, пожалуй-ка, вот с 31 уровней. Да-да-да, мы именно отсюда начнем плясать, ребята. А почему? Потому что я беру Леонардо. Леонардо делает свой первый ход, естественно, с танцем мечей. И все падают. А мы с вами получаем бонус, и мы победители. Разве не так? Все так. Если кто не верит, смотрите, я демонстрирую. Вот и все, ребята. Получаем бонус, естественно, за 5, несмотря на то, что они у нас маленькие. Да. Так бы они не выдержали бы, они упали бы здесь. Ну, за счет Леонардо, потому что он у нас сильный, естественно. А почему беру Леонардо? Потому что у него именно массовая атака, ребят. То есть он делает за один ход, ложит сразу всех. Но это действует буквально до, по-моему, 45-48 уровней.
потом уже будет проблематично. Ну, а пока мы здесь справляемся, естественно, надо брать именно его. Так, ну что, берем, пожалуй, вот этих вот ребят. Естественно, я Леонардо опять же делаю откатиком и беру также своих маленьких ребятулек. Слушайте, ну здесь, смотрите, 41-38 уровень, да? Я думаю, что нет смысла вот этих вот брать, потому что они еще сами за себя могут постоять. А мы с вами возьмем вот этих вот маленьких крошек. Кстати, попробую, ребят, попробую я прокачать Армагона сколько смогу. Но вы сами знаете, у него 3 серебряные звезды, то есть... Долго мне придется еще качать его, собирать ДНК. То есть там потом будет 4-я только лишь стадия, это серебряной звезды. Потом нужно будет целую кучу ДНК или осколков, чтобы перевести его в золотую, так скажем, в золотой ранг. Но будем стараться, ребят, будем стараться. У нас все равно, как говорится, пока делать нечего, заниматься нечем. Будем играть в нее честно, правдиво, долго и усердно. Так. Ну что ж, 920 мутагена мы зарабатываем, я считаю, что это неплохо. И, скорее всего, вот буквально, да, я думаю, через следующий бой мы с вами попадем уже в Лигу Самураев 2 звезды. Там уже будет поинтереснее, там уже будет посложнее. Ну что ж, выбираем, наверное, вот этих вот ребят, да, 35-36 уровень, 34-й даже тут затесался. Пускай они в золоте, это ничего страшного, ребят, для нас, потому что мы возьмем опять же с вами маленьких вот этих своих ребят. Просто я почему их беру, что их нужно как-то реализовывать. Те 45 уровня, они и сами за себя могут постоять. А вот этих крошек тут уже, извините, меня никто не ждет. И поэтому мне приходится вот их брать во главе одного сильного воина, чтобы вот так вот это дело проворачивать. Фух, ну что ж, поехали дальше. Все у нас пока хорошо, ребята. Вот сейчас мы попадаем с вами в самурай, да, 2 звезды. Тем более 83-я позиция, это довольно неплохо. Я буквально думаю 4-3 боя, и мы с вами уже, наверное, в Лигу Самураев 3 звезды заберемся. Так, и здесь я возьму, пожалуй, вот этих вот ребят, да, Лига Самураев 2 звезды. И вот эту вот компанию. Будем мы играть против Павлина. Ну что ж, Павлин, давай. Так, тут у тебя 38 и 39 уровни и максимальный 40. Хорошо, тогда я, наверное, возьму, ребят, и еще раз вот этих вот своих малышей. Попробую как можно больше их здесь использовать. Слушайте, я надеюсь, что Леонардо все-таки здесь у нас сможет всех завалить. Хотя сложно будет. Но я надеюсь, что все-таки получится у нас наше бравое дело. И да, как видим, замечательно. Замечательно все проходит. И, соответственно, мы получаем с вами бонусы. И все у нас хорошо. И сейчас прыгнем, наверное, где-то на 60-е место. Я надеюсь на это. Оу, даже на 55-е. Хм, ребят, так это еще круче даже идем. Я на такое даже и не рассчитывал. Смотрите-ка, возьмем, пожалуй... Ой, нет, 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 тут 40... Хотя, почему нет? Да-да-да, давай вот так вот мы, пожалуй, с вами сделаем. Берем Леонардо. Также мы возьмем с вами Карайку, да? И возьмем, пожалуй, вот еще кого-нибудь из наших малышей. Да, это будет идеально сейчас. Никто, я думаю, что здесь ничего сделать не сможет, потому что Леонардо бьет у нас первым. Так, давай свою вертушку козырную делай. Ага, ну я думаю, Карайка добьет его, Ваньку этого. Все, отлично. Ну, как вы видели, да, ребята, что Леонардо уже с первого удара не всех ложит, поэтому надо быть впредь аккуратнее, надо подстраховываться. Так, ну что же, мы с вами на 29-й позиции. Ребят, ну как я вам и говорил, 4-3 боя, и мы будем в Лиге Самураев 3 звезды. Это круто. Это круто, мы с вами очень быстро продвигаемся, поэтому... кого бы нам взять здесь? А давай вот этих вот возьмем, да? Я думаю, что это будет нормуль. Ну что же, последняя, ребята, у нас откаточка по Леонардо. И здесь уже нам придется брать уже вот этих ребятулек. Да, чтобы у нас к концу боев оставались 45-й, 50-й и так далее войска. Войска, юниты, солдатики, герои, называйте как хотите. Так, ну что же, Леонардо, давай начнем, пожалуйста, с тобой с Ваньки. Я надеюсь, ты справишься, да? Да, он справился со всеми, кроме Ваньки. Ну, и тут нам помогает Бибоп. Да, ребята, мы здесь справились со всеми. Я надеюсь, что сейчас где-то на 10-ю, на 5-ю позицию мы передвинемся, наверное. Ну-ка, посмотрим. Оу, ребят, мы даже сразу же с вами перепрыгнули в Лигу Самураев 3 звезды. Ну, это вообще шикарно, ребят. Игра сегодня просто меня любит и льстит мне.
Спасибо ей за это. Вот так бы всегда бы все шло хорошо. Ну что ж, давайте мы с вами тогда будем продвигаться. И я, пожалуй, возьму... так, 14-18. А давай вот этих вот возьмем, да? Смотрите, ранги те же самые, но судя по звездочкам, тут вот даже бронза проскакивает. Хотя и здесь есть бронза. Даже если сравнить, они практически, ребят, одинаковые. Ну, по мощи. Ну, я почему-то хочу вот именно вот этих взять. Давайте попробуем с ними подраться. Для этого нам понадобится Зек, чтобы он замедлил время на откаточку. Мы возьмем с вами Шреддера, возьмем Тигра, возьмем Бакстера и возьмем Эйприл. Я думаю, что этих героев нам здесь вполне за глаза хватит. Сейчас мы будем в этом лично убеждаться. Естественно, Зек ходит первым, он бросает свою бомбочку-замедлялочку. Все, она срабатывает и, как видим, очень даже неплохо отняла здоровье у вражеских бойцов. Сейчас кто-то упадет, и, наверное, не один. Да, ребята, очень много героев упало. Тигр, наверное, ага, подбил. Ну и Бакстер, да, подбивает Шреддера. В общем, здесь все хорошо у нас идет. Ну, осталось буквально, наверное, ребята, 2-3 боя. Точнее, даже 2 или 1 бой провести. К сожалению, у нас на этом закончатся карточки. Давайте посмотрим. Так, 14-18, 14-18. И надо взять тогда кого-нибудь послабже вот из этих всех. И я думаю, что возьму-ка я вот эту колоду. Здесь даже, смотрите, Донателло бронзовый. Как он здесь попал, не знаю. Ну что же, для этого нам понадобится Рахзар. Возьмем нейтрализатора, Бакстера и Карай. Ну, тогда уже возьмем, наверное, и Паукуса, да? Паукуса будем брать, ребят? Смотрим, кто у нас останется на следующий бой. Это Рафик, это у нас Крис и Железная Голова. Слушайте, но если мы в купе возьмем с вами какого-нибудь малыша, ну, даже можно двух, то, возможно, все у нас получится. Поехали тогда. Единственное, что надо будет в следующем бою брать таких героев, у которых нет массовых атак. Надеюсь, такие там будут. Ну что же, приступаем. Для начала я беру, ребят, провокацию. Это само собой Рахзарчик родной. Теперь Караечка делает массовый удар кунаями своими. Ага, хорошо. И теперь нам нужно кого-то ликвидировать. У нас есть на выбор Донателло и еще один Донателло. Как видите, по ним идет повышенная атака. Но знаете, в чем проблема вся? Что если мы их не подобьем, на следующий ход Донателло всех захиляет, то есть вылечит. Ну давайте попробуем. Неудачно, к сожалению, неудачно не получилось у нас, ребят. И вот они начинают ходить. Да-да-да, это все было предсказуемо, поверьте мне. Для меня здесь ничего удивительного нету. Вот знаете что, теперь будем действовать так. Нейтрализатор бомбит со своей пушки. Ой, Донни упал. Вот это хорошо, вот это круто, ребята. Слушай, тихо, вот. Блин, вот здесь опасно, ребят, знаете почему? Здесь опасно, потому что у них контратака у всех стоит. Есть, ну ладно, давайте попробуем. Я думаю, что, наверное, кто-нибудь здесь да упадет. Ага, все, ну один удар мы с вами уж как-нибудь выдержим, да? Отлично. Все, идеально тут у нас все получилось. Я, честно говоря, очень и очень доволен. Ну что же, давайте, наверное, тратим свои последние ресурсики. А это 3 мощных персонажа и 2 малыша у нас будет. Но для этого мы выберем вначале бойцов. И я, знаете, кого вижу, ребят? Что мы можем взять вот этих вот вполне. Главное, чтобы нам вот этого вот в первую очередь ликвидировать, и все будет хорошо. Я выбираю именно его. Так что берем Рафаэля, Криса, Железную Голову берем. И также вот этих... вот этих двух малышей. Ну что же, я надеюсь, у нас все здесь получится. Должно, ребят, должно получиться. В первую очередь, естественно, мы берем с вами... ах, вот так вот даже. Я думал, будет провокация. Нет. Тогда мы сделаем с вами немножко попроще. Я хотел ликвидировать вот этого. Давайте попробуем его снести отсюда. Все, минус. Отлично, ребята. Теперь я беру провокацию. Естественно, Рафаэля никто из наших врагов пробить не сможет. Теперь мы просто здесь с вами развлекаемся по полной программе. Ну что ты, родная, делаешь? Эйприл, тебе же это не поможет. Даже не думай. Крис, успокойся, пожалуйста, родной ты мой. Слушайте, смотрите, у нас стоит...
Контрудар на Криси и на Слэше. Но я думаю, что разочек бомбануть все-таки можно. Ничего страшного в этом не будет. Выдержит он удары эти. Да, и мы дальше... Что ты делаешь? Слэш, успокойся, пожалуйста. Ой, он упал, ребят. Ну все, здесь уже победа за нами. Донателло здесь ничего абсолютно сделать не сможет. Хотя у него тоже была массовая атака. Я, честно говоря, про нее забыл. Вот это вот плохо, ребята. Вот это плохо. Я не могу сейчас пропустить удар. И мне... И сейчас он упадет, наверное, да? Он отомстит. Ай, он выстоял, ребята. Ну что же, Крис, добивай его. Нет? Да как же так? Ну все, Рафик, ты... Вот, кстати, нам повезло, что Бибоп у нас остался в живых. Вы видели, да, у него стоял контрудар, то есть Бибоп в него выстрелил, Крис, соответственно, сделал контр, и Бибоп устоял, а мог бы упасть. В общем, круто, круто нам повезло. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы с вами продвигаемся, сейчас глянем, на какой мы позиции окажемся с вами. То есть на 29 месте, ребята, вы не забывайте, что неделя только началась. Естественно, мы с вами должны постараться в этой вот игре, в этой неделе, добраться до Сёгуна. Две звезды — это минималочка для нас, две звезды, в идеале три. И тогда все будет хорошо. А если посмотреть, ребят, так вот у нас вот Сёгуны, да, мы с вами на Сёгунах обычно зависли. А вот представляете, попасть в Лигу Мастеров. В Лигу Мастеров попасть, ой, это было бы вообще... Шикарно, если честно. Но я думаю, что в ближайший месяц-два мне это, ребят, не светит, потому что у меня слишком слабенькие персонажи. Так, ну что же, мы идем с вами тогда на испытание. У нас вроде бы еще одно испытание осталось. Мы его не затрагивали в прошлой серии с вами, да? Давайте-ка посмотрим. Так, мы были, по-моему, на ярость Рафы, да? Или, по-моему, вообще ничего не делали даже. Ах, мы ничего не делали, ребят. Ну так, поехали тогда. Начнем, пожалуй, мы с ярость Рафа. Так, у нас сыр есть, все отлично. Поехали, ребят. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Вы, надеюсь, поняли, да, почему я так сказал, ребята, ой-ой-ой? Потому что ни одного сильного персонажа мне не дали в этой игре. Ребят, вы посмотрите. Самый максимальный — это 45-й Паукус. Это что ж получается, я смогу только два боя, три раунда сыграть и все. Печалька, ребята, очень большая печалька для меня, для вас. Ну, я не знаю, я расстроен, если честно. Потому что я не думал, что вот так вот будет. Ну, хотя бы дали бы, ну, парочку каких-нибудь сильных героев. Ну, что ж вы так меня вообще не любите-то, а? Игруля. Я так радовался, думал, что все будет хорошо, замечательно. Что мои зрители увидят хорошие бои, а вы вот так вот... Мне подосрали, так скажем. Да, ладно, ребят, ну что ж поделаешь. Ну, не все время, как говорится, нам улыбается удача. И приходится играть, как игра это требует. Но против нее нам не пойти. Ну что ж, вы понимаете, да, что в первом раунде, естественно, все идет у нас, ребят, без проблем. Тут 12 уровни, естественно, мы их всех разберем. Даже будут 20 уровни, все равно мы с вами разберем. А вот если пойдут 30-е левелы, там уже, конечно же, будет все намного сложнее для нас. Потому что у нас... И так, вон, смотрите. Острозуб, Саблезуб, они 30-го уровня. Ксевер 31-го, Крип 31-го. То есть Паукус только может выстоять. Ну а что сделает один Паукус? Конечно же, ничего. Ну что же, ребят, мы с вами зарабатываем Рафаэль, фильм ДНК-1. И двигаемся дальше. У нас эпизод 2 и Рафаэльчик, наш любимец... Поехали, ребят. Так, уже 25 уровень. Ребят, уже вот на этой стадии 25 уровень идет. Ну что же. Получается, что в следующем будет 35, так? Ой, плохо, плохо. Ладно, поехали, ребят, разбирать их. Что ж поделаешь. Ну. Так, хорошо, Крип стоит. Ну, Паукус-то, естественно, тоже выстоит. Это само собой разумеющееся. Так, замечательно. Блин, мне вот еще не нравится этот Острозуб. То есть первая... форма мутации Криса, да, если кто не знает, то это Крис Брэдфорд, который мутировался. Это его первая мутация. Вторая мутация — это уже будет Рокзар. Когда-то, ребята, я этого всего не знал, и только благодаря вам, вашим подсказкам, я начинаю просвещаться. Потому что в последний раз, когда я смотрел мультик «Черепашки-ниндзя», я еще был подростком. Ну, это было очень-очень давно, если честно. И с тех пор очень много чего поменялось. Поэтому я и удивляюсь некоторым здесь героям. Когда я смотрел, там была классика, ребята. Там был Крэнк, там был Шреддер,
Там, по-моему, еще был слэш. А вот эти вот всякие крипы, паукусы к северу, я не помню. Ну, естественно, сплинтер там был. Вот. То есть было чисто классика. А тут уже все-все совсем по-другому. Так, и слышал я, что сейчас, по-моему, они решили сделать мультсериал совсем-совсем другой. То есть там черепашки как-то по-убогому выглядят. И очень большая критика по поводу этого пошла. Не знаю, решили они издавать сериал тут, не решили. Если кто знает, ребят, то напишите мне лично. Будет очень хорошо это услышать от, именно от вас. Если такие фанаты вот мультиков есть или сериалов. Так, ну что же, я думаю, что тут немножко нам осталось, ребят. Ой, ого, ты посмотри, как с одного удара он отнял столько здоровья. Это ж очень жестко. Слушай. Так, ладно, будем тогда наказывать мы, ребят, за это дело, за такие вот проступки. Слушайте, а мне нравится этот маленький, да, такой. И откуда тут в конце концов вот эти вот черепашки из космоса? Неужели такие были? Нет, я, конечно, помню, что они на этот космодром-то... Космодром, по-моему, да, называется? Космический корабль, как это? Космическая станция, где Крэнк-то там якобы живет. Ну, она же, по-моему, не в космосе. Она же вроде бы как бы в другом измерении. Так, ну что же, мы с вами получили ДНК Рафика. Ребят, я не знаю, стоит ли вот сюда вообще идти. Конечно, хотелось бы 35 уровень. Как думаете, попробуем завалить, а? Попробуем. Что нам терять? Ну, проиграем и проиграем. Пойдем тогда с вами на следующее испытание. Зато будем знать, что да, мы здесь не справились. Все. Поехали. Так, начнем. Ой. Давай так. Ага, упал. Отлично. Давай, Острозуб, бомби. Что-то у тебя как-то не получается. Эх, надо было немножко не то сделать, конечно. Ну, ладно. Ну-ка, бомбани кулачком своим. А? Нормуль, пойдет. Так, ну что, ребят, с первой волной мы справились, причем довольно неплохо. А вот здесь уже... Ой, грибы. Как же я их не люблю, ребят. Вот честно вам скажу, больше всего... Оу! Острозуб, ты молодец, меня порадовал. Как так у тебя... Давай вот станцуем, замедлим им скорость. А, мы не скорость, мы им понижаем защиту и меткость. Так, грибочек, тебе пора убрать отсюда. Так, Кейси, успокойся, пожалуйста. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Оу, что это, ребята, у него еще с пониженной... Да ладно, почему мажем-то? Сейчас кто-то упадет, ребят, наверное. У нас кто-то сейчас упадет. Ой-ой-ой, слабенький, какие удары. Ну, добьешь ты его, паукус добивает. Ну да, конечно же. Кто бы сомневался. Саблезуб у нас упал, ребята. Так что остается только вот. Да ладно. Да как же ты можешь так слабенько бить? Паукус, ты же 45 уровня. На нем пониженная защита. Как? Ой-ой-ой-ой-ой. А там у нас кто? Там у нас... Ха-ха, ребята, три Рафика плюс пауки. Давай попробуем замедлить скорость им. Вот так вот. Я не знаю, есть ли смысл. По-моему, нет, ребята. Они разберут здесь любого. Так, ну-ка, пробьем. Пробили. Хорошо, давай так попробуем. И, слушай-ка, кого мы можем с вами... Ну, давай попробуем вот этого вот Рафаэля. Ну, почти пол здоровья отняли. Ах, сейчас будет больно. Ой, как будет больно, ребят, кому-то. Блин, это крипу больно стало. Ну-ка. Ай-яй-яй. Нет такого ощущения, ребят, что у нас тут выживет только паук почему-то. Ну, конечно, Рафаэль берет провокацию. Ну, другого, ребят, я и не ждал. Он сейчас еще будет бомбить? Нет, не ударил. Не ударил? Странно. Надо нам Рафика, ребят, пробивать как можно быстрее. Ну, что же такое? Что он такой крепкий-то? Да, Ксевер вообще ничего не может делать. Просто ничего. Он бьет как будто по воздуху. Даже никакого урона не наносит. Ну, давай вот этого попробуем. Эй, вообще мажем. Так, а если вот так вот? Ага, постепенный урон повесили. Ну что же, это хорошо, ребята. Я надеюсь, сейчас он отдуплится у нас. Блин. Острозуб, наверное, сейчас все-таки упадет у нас. Мне почему-то кажется. Ага. Пробьешь? Ну, чуть-чуть дал. Чуть-чуть дал и упал. Так, ну-ка. Оп. Хорошо. Будет этот-то падать или нет? Чего он не падает, ребят?
Рафик, у него вон постепенный урон висит. Он уже должен упасть, по идее. Но он стоит. Есть, отлично, ребята. Ну, как вы понимаете, да, в следующий раунд нам просто нет смысла идти. Из-за того, что и здесь-то уже практически все погибли. Ну, зато мы с вами получили Рафаэль Видение. Одну ДНК. Так, ну ладушки, давайте тогда с вами быстренько сходим и посмотрим. Так, подожди, здесь у нас... Нет, здесь нам делать нечего. На следующее испытание, которое называется «Борцы с преступностью». Так, у нас первым идет это Кирби, мышь, пульверизатор, потом Макмен, Монго Гека, Пит, Роквелл. Ну что ж, давайте посмотрим, кого нам дадут и докуда мы с вами сможем дойти. Вот. Вот это я понимаю. Вот это нам дали шикарно. Вы посмотрите, нам дали Зека, нам дали Криса, нам дали Рахзара, ну, Караечка и Нейтрализатор. Слушайте, ну, как минимум 5-6 боев мы точно с вами здесь проведем. Начинаем все вот так вот. Быстренько, ребят, быстренько проходим, как говорится, по фасту. Чтобы, ну, не замедляться ничего, да? Чтобы по максималке бомбим массовыми ударами, потому что, ну, здесь, сами понимаете, особо задерживаться нечего. Давай. Кричим, падают они. И мы с вами двигаемся дальше. У нас третья волна. Самые сливки, да, собрались. Ну-ка, вот так вот, я думаю, достаточно будет. Да. Нам главное пройти по-быстренькому. Это, грубо говоря, спам, который нужно ликвидировать. Мы должны дойти с вами до соперников нашего ранга, нашего уровня. И там уже действительно разбираться, кто сильнее, кто слабее. Ну, естественно, рано или поздно я окажусь слабее. Так, ну что ж, давайте также по фасту пробежимся с вами. Минус. Вторая волна здесь, кто у нас? Кирби встречает, да? И... Ага, понял. Давай. Минус. Еще один минус. Так, кричим. Оу, почему не добили? Добиваем, конечно же, добиваем, ребят. Так, ну что же, Кейси упал. И мы двигаемся дальше. Так, здесь у нас кожеголовый, да, Пит и Гека. Гека надо, ребят, в первую очередь убрать, чтобы он тут не начинал, как говорится, ускорять всех. Кожеголовый упал. И дальше все легко, ребят, у нас. Просто разбираем. Пит. Слушайте, а мне нравится, как здесь звучит, ребят, такой дождик. Прям так вот приятно слышать, как вот дождик шумит. Что-то раньше как-то я этого не замечал. Ну, так. Пульверизатор мы с вами забрали, ДНК. И двигаемся дальше. У нас тут Макмен. Я с удовольствием, ребята, пробегусь этот уровень тоже по фасту. Оу, тем более, когда грибы, я их терпеть не могу, ребят. Вот честно вам скажу. Вы помните, да, те уровни, когда я проходил основную сюжетную линию с этими грибами, это просто была какая-то морока. И эта морока у меня столько нервов выжимала, что просто не было сил. У меня сейчас аналогичная ситуация в игре Tower Conquest. Ну, все это знаете, видели. Там просто жесть какая-то. Я не знаю, ребят, как к ней возвращаться. Единственное, что я могу сейчас вам точно сказать, что все мои персонажи будут стоять на тренировках, понимаете? На постоянных тренировках. То есть я каждый день их туда отправляю, каждый день я их оттуда забираю. И таким макаром я хочу как можно быстрее набрать определенное количество карточек, чтобы прокачать их до 5 звезд. Хотя бы, ну, некоторых, ребят, персонажей, понимаете? Всех вряд ли получится, но некоторых. Чтобы хоть как-то там можно было противостоять. Плюс еще я хочу заработать 63 уровень. Вот. Ну а вы мне обязательно, ребята, пишите в комментариях по всем играм, которые я снимаю, какие вам нравятся, какие не нравятся, какие бы вы хотели видеть почаще и так далее подобное. Мне очень приятно это слушать, потому что я подстраиваюсь, грубо говоря, под ваши интересы, потому что мне снимать все очень сложно. Да, еще не забывайте, ребят, что у меня на втором канале игры, которые выходят на ПК. В данный момент мы начали с вами, ну, Darksiders уже скоро будет пройден. Это я вам как пить дать говорю, третья часть я имею в виду. И мы стали снимать с вами Sunset Overdrive. Если кому интересно, пускай заходит и смотрит. Так, ну что же, ребята, пыхтим. Вот, упали, и я думаю, что нейтрализатор добьет. Нет, к сожалению, не добил, ребят. Ну да и ничего страшного. Ничего страшного, все успеем. Так, ага, здесь у нас уже 4 волны, ребята, оказывается. Я думал, что все еще
3. Ну, нас этим не запугаешь, верно, верно, ребят? Так, давай-ка вот так вот бомбочку бросим. Ай, красота какая. Так, Кирби мы добиваем с вами. И остается слэш. Так, так, эти не пробили. Упал. Так, четвертая волна и у нас здесь. А, понял. Большой-большой этот, робот, да? Да-да, большой робот, в котором сидит маленький злобный кренчик. Ну, это для нас не проблема, вы понимаете, что мы его сейчас просто подобьем. Слушайте, почему у Карайки такой слабый удар? Обычный, ребята, у нее удар, и он слабый, когда она крутит хвостом. Я думаю, что он должен быть в разы сильнее. Так, ну что же, здесь мы с вами прошли на изи, ничего сложного нету, и мы переходим с вами на следующий этап. Так, ну что же, Мондо Гекко у нас заработан. Кто у нас идет там следующим? У нас идет Пит. Угу. И какие уровни у врагов? Вот, 55-й, ребята, уже серьезный враг. По крайней мере, для моей Карайки и нейтрализатора это очень сильный враг. Для Зека, Криса и Рокзары это щепки, на самом деле. Но я боюсь, мы не сможем с вами сохранить кого-то. А если сможем, то это будет очень замечательно. Так, давай пробьем. Нормулька. Так, таракан, успокойся, пожалуйста, и не дергайся. Тут опять же, ребята, у нас 4 волны. Поехали, наверное, крикнем, да? Я думаю, что это будет оптимально. Отлично, и вот так еще сделаем. Да что ж такое-то, выживает и все. Ладно, сейчас упадут. Третья волна, и здесь у нас... Ага, ой, опять эти грибы, да что ж такое-то. Давайте их сразу убирать отсюда. Так, сможем подбить, интересно, нет? Ой-ой-ой. Ну-ка, Зек. Малорик, все, отлично. Так, ну что, я думаю, в самый раз нам делать провокацию. Ну, вряд ли, конечно, тут кто-то из них что-то сделает нам, но... Все равно, ребят, надо перестраховаться было. Так, Донни, ну что ты делаешь? Ага. Не сработало на всех у него, как мы видим, у железноголовы. Его крик вот этот. Ну и он, смотрите, какой крепкий стал, его даже не пробить почему-то. Ну-ка, если так сделаем. Во, Рокзар очень даже хорошо его пробил сейчас в данный момент. А вот Крис, к сожалению, нет. Да как так-то? Ай-яй-яй, массовый расстрел. А если я вот так сделаю? Что ты на это скажешь, парень? Ну что, железную голову, наверное, я думаю, мы сейчас подобьем. Нет, слишком много я на себя взял. Ага, упал. И остается лишь только Доник. Да елки-палки, что такое? Вот, все, ребята. И четвертая волна. Ух, а здесь-то кто у нас? У нас здесь Пит, у нас здесь Слэш, у нас Кожеголовый, даже Рафаэль. Естественно, будем начинать с Пита, потому что он у нас хиллер. А хиллеры нам здесь не нужны, да? Ой, сейчас, ребята, кто-то у меня упадет. Знаете, почему я так думаю? Потому что сейчас они будут атаковать. У нас есть... Слушай, Рафик, наверное, встанет в позу сейчас. Почему-то мне так кажется. Слушай, давай-ка попробуем вот так вот крикнуть. Ах ты, ах ты! Сейчас кого-нибудь укокошат, ребята. Так, слушай, может быть, нам все-таки повезет, а? А вдруг нам повезет? Так, кто ходит? Ага, стрелозад, стреляет массово, ладно. Кожеголовый берет на себя провокацию. Естественно, нам придется его... Ах, у него еще, ребята, отсрочка смертельная. Смотрите, вот этот вот шлем, это означает, что... Понимаете, да? Я бью, но урона не наношу. Так, что же нам сделать-то тогда? Давай вот так вот сделаем. О, бомбочка, ну-ка, замедлим их всех. Один минус. Так, Рокзар, давай-ка возьми провокацию, пожалуйста, на всякий случай. Она нам нужна сейчас. Кожеголовый упал, и остается лишь Рафаэль. Оу, круто, круто мы прошли. Слушайте, я думаю, что можно попробовать даже следующую миссию. Очень будет сложно, конечно же. Смотрите, голубь Пит, 2 ДНК мы с вами заработали. Шикарно. А кто следующий у нас здесь? Оу, Роквелл. Профессор Роквелл. Что же, ребята, давайте, наверное, рискнем все-таки своим здоровьем и попробуем здесь... Ну, справиться как-нибудь, не знаю, получится это или нет. Поехали.
Так, опять же, у нас здесь 4 волны, поэтому придется как-то выкручиваться. Ну-ка, начнем, пожалуй, вот с этого. Минус. Так, здесь мы... Давай просто когтями киданем в него. Он готов, ребят, он погибнет от постепенного урона. Я надеюсь на это. Даже если он и будет ходить, да, он погиб. И мы добиваем вот этого вот робота, или кто он такой, я не знаю. Так, еще 4 дрона нас встречают, поэтому я бросаю бомбочку. Бомбочку, смотрите, пол здоровья практически у всех сразу же отнял. Поэтому давай вот так вот сделаем. И крик, я думаю, что крик, наверное, ну, всех навряд ли подобьет, но... Да, нормально получилось. Все, добивочные мы делаем. Они не успеют, ребята, сделать ничего нам, потому что у них откат по энергии, по ходу. Так, а здесь у нас Микеланджело. Ну что ж, давайте нейтрализатор пускай применит свою пушку. Фу, а что ж так плохо-то? Ну-ка, а так если сделаем? А чего вы такие толстые-то? Эй, ребята! Так, это сейчас танцует. Это ускорение, по-моему, если не ошибаюсь, да, идет? А, это уворот. Это уворот, ребята. Так, ладно, посмотрим. А если мы вот так вот бомбанем? Попадем? Попали. Естественно, сделаем с вами вот это вот. Может быть, на кого-то упадет контур? Нет, ни на кого. Странно. Вот знаете что, жалко, что Рокзар не имеет контратаки. Было бы вообще замечательно, если бы он бомбил бы. Хорошо, давай попробуем вот так вот нейтрализатором. Отлично, минус один. Здесь добиваем. Ага. Так, что он там делает? Яичко какое-то? Что это такое было? Что это за выпендреж такой? Я не знаю. Он думал, что куриное яйцо его спасет. А вот если мы так сделаем, проникающим. Да ладно, вот так вот мало здоровья отобрали. Что-то как-то не то, ребят. Ну-ка, если... А, этот взял на себя, понял, ребята, провокацию. Ну что же, Микеланджело, по-моему, все, ты отыграл свою пьесу. Да ладно. Ну а так, есть. Ну что же, ребята, 4-я волна, последняя. Тут у нас Роквелл, слэш, Лео. Короче, Лео здесь, наверное, самый опасный из всех. Хотя гриб тоже не особо меня радует. Вот так вот. Что ж, делаем, ребят, наверное, защиту. И пытаемся с вами... Давай-ка вон слэша, потому что у него на нем усиленная атака. Ну, мы вообще промахиваемся. Во, ну-ка. Ай, Зек, молодец. Ну, неплохо. Ай, почему ты хиляешься? И так не вовремя, а? Не вовремя все это идет. Так, у этих троих, как мы видим, ребята, замедленное ускорение на откатике. Поэтому давай вот так попробуем сделать. Так, атаку мы повысили. Кричим. Опа, опа, опа. Вот такого в первый раз себе такой удар вижу, если честно. Ай. Ой. Ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо так делать. Блин, да что ж такое-то, а? Да я даже не знаю, ребята, что же нам тут сделать-то? Давай вот так попробуем проникающим пробить. Пробили, хорошо. Теперь давайте Роквелла, наверное, уберем с поля боя. Не убрали, не получилось. А вот так вот, если... Хорошо. Слушайте, ребят, ну это жесткий, очень жесткий бой. Мы прекрасно видим, что у нас 2 на 2. То есть все мои герои практически упали. И я боюсь, что они сейчас... Сейчас Криса как бы не положили у меня нечаянно тут. Так, минус кожеголовый. И вот этого слэша мы должны добить. Нет, а теперь? Да ладно, а вот сейчас? Вот. Да, ребята, очень был сложный вот этот вот поединочек. Но мне понравился. Я лучше попарюсь немножко, но выиграю, чем, как говорится, проходить по-быстрому, по-фасту. И смотрите-ка, 2 ДНК доктора Роквелла мы с вами получили. Ну что ж, дорогие мои друзья, я очень рад, у нас серия получилась сегодня довольно-таки хорошая, мне понравилась, надеюсь, вам тоже. Ну а мы с вами, погоди-ка секунду, у нас же еще много сыра, куда это я разогнался, уже хотел, ребят, с вами попрощаться, но нет. Тут меня вдруг осенило, что мы с вами не доделали кое-что. А что мы не доделали? Естественно, ребята, мы с вами должны вот что. И нам не хватает всего лишь одной книжки, поэтому вперед ее искать. И вот она. Вот она, эта книжка. У нас как? У нас мутагена, по-моему, достаточно, да? Чтобы выучить скиллы. Ой, ребятули. Ты посмотри, ребят, мы переходим с вами
на шестую ступень. На шестую. Ну-ка, увеличивает силу атаки на 85%. Ребят, вы представляете, на 85%. Это очень и очень круто. Ну что же, у нас с вами сколько сыра? Давайте посмотрим. Вообще осталось 48 пиццы и 20 сыра мороженого. Давайте потратим по-быстренькому это все дело. Я думаю, что вот здесь мы с вами, наверное, должны потратить на пита. Хоть я его не особо люблю. А, нет, ребят, здесь не получится. Здесь можно выиграть в данный момент слэш Гекка, Макмана и пульверизатора, да? Слушай, кожи голового у меня вообще нету, если честно. Я даже не знаю. Давай тогда вот так вот попробуем. Все, тратим, ребята, да? Да, тратим. Ну-ка. Ну, конечно, нам карта какая-то выпадает. Сейчас начнут нам всякую ерунду подсовывать. $2, например, да? Как раз то, что нам не хватает, елки-палки. Так, ну, вот. Пульверизатора нам дали. Две ДНКшки. Так, сыр еще есть? Нет, сыра больше нет, к сожалению, ребят. Но у нас еще есть маленечко пиццы и 48. Это буквально, ну, 3-4 хода можно сделать. Так, давайте мы с вами перейдем сюда и будем... Кстати, можно глянуть, что еще. Вот давайте вот, например, посмотрим вот на эту бомбочку. Очень сильно мне хочется ее раскачать, ребята, тоже до пятой ступени. Для этого нам нужны очки. Очки это, конечно, хорошо, но если бы очки еще бы искались вместе с ДНК, это было бы вообще шикарно. Поэтому я вам предлагаю поискать вот так просто ДНК. Давайте, наверное, начнем с караечки. Будем тратить, ребята, абсолютно всю пиццу. Потому что зачем она нам? Она нам сейчас не нужна в данный момент, потому что мы расходимся с вами. А в офлайне она, ребята, накапливается обратно. Так что пускай она там накапливается. Да, все, ребят, мы всю ее с вами потратили. Ну, а теперь уже вот на этой ноте я, ребятушки, с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. И обязательно с вами увидимся в следующих выпусках. Так что всем пока и удачи!